Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Gethard. Итак, что такое Gethard? Gethard – это marketplace NFT, незаимозаменяемых токенов. Данная компания стремится стать крупнейшим цифровым рынком в мире для размещения криптовалюты незаменяемых токенов NFT и включая активы стандарта ERC-721 и ERC-1155. Покупайте, продавайте и открывайте для себя эксклюзивные цифровые активы. Цифровое искусство было ранним примером использования NFTs из-за способности технологии блокчейн гарантировать уникальную подпись и право собственности на NFTs Digital Art by Beeple. Была продана за 69 миллионов долларов США в 2021 году. Christie's сделал новость в аукционной индустрии, продавая Beeple каждый день, первые 5000 дней на эту сумму. Несменяемый токен NFT – это, проще говоря, уникальный токен. Это в отличие от биткоина, который является взаимозаменяемым, поскольку каждый биткоин всегда эквивалентен другому по стоимости. NFTs также может использоваться для представления внутриигровых активов, которые контролируются пользователем, а не разработчиком игры. NFTs позволяют торговать активами на сторонних рынках без разрешения разработчика игр. В феврале 2021 года Axie Infinity зарегистрировала продажу цифровых прав собственности на землю в размере 1,5 миллиона долларов за одну продажу. Также это предметы коллекционирования. NFTs может представлять предметы коллекционирования, такие как коллекции карт, но в цифровом формате. В феврале 2021 года карта LeBron James Slam Dunk NFT на платформе NBA Top Shot была продана за 208 тысяч долларов США. Сам токен GEX BIP20. 20% продаж токена пойдут на распределение NFTs в специализированных СМИ в интернете. Рынок NFT процветает. Записи редких работ, известных или неизвестных художников, партнерские отношения с компаниями, онлайн-игры, музеи – это целый мир возможностей. Как многие уже слышали из новостей, многие художники переводят свои издания в цифровой формат, а также переводят и некоторые миллионеры цифровые картины в цифровой формат. И сжигают оригиналы. Вот до такой степени дошло уже это NFT. Данный токен построен на сети Binance Smart Chain и уже котируется на CoinMarketCap и торгуется на coinsbit.io. Как мы видим, цена составляет 0.003213 долларов США и торгуется на PancakeSwap и BakerySwap. Но вы также можете сейчас и присоединиться к текущему ISO и приобрести токены Gethard непосредственно от самого официального сайта. На этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.